Я продолжаю переводить лекцию Сэма Вакнина «Диссоциация и конфабуляция при нарциссических расстройствах». Эта лекция немножко для профессионалов. Я чуть-чуть пропустила, там он описывает очень подробно, что такое тень, что такое там и так далее. Там не суть важна. Перевожу дальше. У ребенка есть отдельные образы хорошей матери и плохой матери, соответственно, связанные с удовлетворением его потребностей и желаний и с их фрустрацией. Он также конструирует отдельные образы хорошего я и плохого я, связанные с последующим состоянием удовлетворения от хорошей матери и разочарования от плохой матери. На этой стадии ребенок не способен видеть, что люди одновременно хорошие и плохие. Эта сущность с единой идентичностью может как доставлять удовольствие, так и расстраивать. Он черпает свое собственное ощущение того, что он хороший или плохой, извне. Хорошая мать неизбежно, неизменно приводит к хорошему, удовлетворенному «я», а плохая, разочаровывающая мать всегда порождает плохое, разочарованное «я». Но образ плохой матери очень опасен, он провоцирует тревогу. Ребенок боится, что если его мать узнает об этом, она бросит его. Более того, плохая мать является запретным предметом негативных чувств. Нельзя думать о матери в плохих терминах. Таким образом, ребенок отделяет плохие образы и использует их для формирования отдельного коллажа из плохих объектов. Этот процесс называется расщеплением объекта. Это самый примитивный защитный механизм. Когда они все еще используются взрослым, это признак патологии. За этим следует фаза разделения индивидуации с 18 по 36 месяц. Ребенок больше не разделяет свои объекты, плохие объекты на одну вытесняемую сторону и хорошие объекты на другую, осознанную сторону. Он учится относиться к объектам как к единому целому, объединяя хорошие и плохие аспекты. За этим неизбежно следует интегрированная «я-концепция». Ребенок усваивает мать, он запоминает ее роли, он становится своим собственным родителем, матерью и самостоятельно выполняет ее функции. Ребенок самостоятельно выполняет функции матери с возрастом, а вот нарцисс не научился эти функции выполнять, то есть успокоение и так далее. Он приобретает постоянство объекта. Он узнает, что существование объектов не зависит от их присутствия или от его бдительности. Мать всегда возвращается к нему после того, как она исчезает из поля зрения. За этим следует значительное снижение тревожности, что позволяет ребенку посвятить свою энергию развитию стабильного, последовательного и независимого самоощущения интернализированным объектом других. Этот момент, на котором формируется расстройство личности. То есть, если у ребенка есть постоянство объектов, то есть он не должен думать, а куда исчезла мать, да, он знает, что она вернется, то ребенок может сконцентрироваться на своем развитии, а не на фантазировании, думать о том, а не на мыслях о том, куда делась мать, или на фантазирование образа вот альтернативной матери, то есть вот этой волшебной матери, идеализированной матери. То есть у него повышенная тревожность. Это момент, на котором формируется расстройство личности. В возрасте от 15 до 22 месяцев. Эта фаза называется как сближение. Ребенок на этой стадии исследует мир. Это ужасающий и вызывающий тревогу процесс. Ребенок должен знать, что он защищен, что он поступает правильно и что он получает одобрение своей матери. Ребенок периодически возвращается к своей матери за утешением, подтверждением и восхищением, как бы убеждаясь, что его мать одобряет его новообретенную автономию и независимость и принимает его отдельную индивидуальность.
Когда мать незрелая, нарциссичная или страдает психической патологией, она утаивает от ребенка то, в чем он нуждается – одобрение, восхищение и уверенность. Она чувствует угрозу со стороны его независимости. Она чувствует, что теряет его, она недостаточно его отпускает. Она душит его чрезмерной защитой и потаканием своим желания. Она предлагает ему непреодолимые эмоциональные стимулы оставаться привязанным к матери, зависимым, неразвитым частью симбиотической диады мать-ребенок. То есть она либо его не отпускает, либо она вызывает в нем недостаточно его одобряет и подбадривает. Тем самым вызывая тревогу. Либо она слишком отвергающая, либо она слишком удерживающая. У ребенка, в свою очередь, развивается смертельный страх быть брошенным, потерять любовь и поддержку матери. Его невысказанная дилемма такова – стать независимым, потерять мать или сохранить мать и никогда не обрести себя. Ребенок в ярости, потому что он разочарован в своих поисках собственного «я». Он встревожен, боится потерять мать, он чувствует вину за то, что сердится на мать. Его что-то привлекает и отталкивает. Короче говоря, он находится в хаотичном состоянии ума. В то время как здоровые люди время от времени сталкиваются с подобными разрушающими дилеммами, для личности с расстройствами они являются постоянными характерными эмоциональными состояниями. Чтобы защититься от этого невыносимого вихря эмоций, ребенок скрывает их от своего сознания. Плохая мать и плохое я плюс все негативные чувства покинутости, тревоги, гнева – это отколовшиеся. Но чрезмерная зависимость ребенка от этого примитивного защитного механизма препятствует его упорядоченному развитию. Ему не удается интегрировать расщепленные образы. Плохие стороны настолько перегружены негативными эмоциями, что остаются практически нетронутыми на протяжении всей жизни. В тени, в виде комплексов. Оказывается невозможным интегрировать свой взрывоопасный материал с более мягкими хорошими частями. Таким образом, взрослый остается зацикленный на этой более ранней стадии развития. Он не способен интегрировать и видеть людей как целостные объекты. Все они либо хорошие, либо плохие. Цикл идеализации и обесценивания. Он в ужасе бессознательно от того, что его бросили. На самом деле чувствует себя брошенным или находится под угрозой быть брошенным. И незаметно разыгрывает это в своих межличностных отношениях, да. То есть вот эту сепарацию и индивидуацию он разыгрывает в отношениях с партнером. Как бы он хочет пройти эту сепарацию. Полезно ли таким образом повторное введение отколовшегося материала? Вероятно ли, что это приведет к интегрированному эго? Или самости. Спрашивать об этом значит путать два вопроса. За исключением шизофреников и некоторых типов психотиков, эго или самость всегда интегрировано. То есть пациент не может интегрировать образы объекта как либидинальных или нелибидинальных. Не означает, что у него не интегрированное и дезинтегрированное эго. Неспособность интегрировать мир, как в случае пограничных или нарциссических расстройств личности, связана с выбором пациентом защитных механизмов. Это вторичный уровень. Суть вопроса не в том, в каком состоянии находится я, интегрировано или нет, а в том, в каком состоянии человек воспринимает я. Таким образом, с теоретической точки зрения, повторное введение отколовшегося материала ничего не делает для увеличения интеграции эго. Это особенно верно, если мы примем фрейдистскую концепцию эго как включающую в себя весь отщепленный материал.
Но влияет ли каким-либо образом перенос отколовшегося материала из одного части эго бессознательно в другую сознательную, на интеграцию эго? Противостояние вытесненному материалу по-прежнему является важной частью многих психодинамических терапий. Было показано, что это уменьшает тревогу и излечивает симптомы конверсии и в целом оказывает благоприятное терапевтическое воздействие на личность. Однако это не имеет ничего общего с интеграцией. Это имеет отношение к разрешению конфликтов. То, что различные части личности находятся в постоянном конфликте, является неотъемлемым принципом всех психодинамических теорий. Доведение до нашего сознания отколовшегося материала уменьшает масштаб или интенсивность всех конфликтов. Это так по определению. Отщепленный материал, введенный в сознание, больше не является отщепленным и, следовательно, больше не может участвовать в войне, бушующей в бессознательном. Но всегда ли это рекомендуется? На мой взгляд, нет. Рассмотрим расстройство личности. Расстройство личности – это адаптивное решение в данных обстоятельствах. Верно, что по мере изменения обстоятельств эти решения оказываются жесткими смирительными рубашками, скорее не адаптивными, чем адаптивными. Но у пациента нет доступных заменителей преодоления. Никакая терапия не может предоставить ему таких заменителей, потому что возникающая патология затрагивает всю личность, а не только ее аспект или элемент. Обращение к отколовшемуся материалу может ограничить или даже устранить расстройство личности пациента. И что тогда? Как тогда пациент должен справляться с миром, который внезапно превратился во враждебный, бросающий, капризный, прихотливый, жестокий и всепожирающий, точно так же, как это было в детстве, до того, как он наткнулся на магию расщепления? Жизнь, от которой отказались. Нарцисс воспринимает свою собственную жизнь как длительный, непонятный, непредсказуемый, часто пугающий и глубоко печальный кошмар. Это результат функциональной дихотомии, поддерживаемой самим нарциссом между его ложным «я» и его истинным «я». Последнее – окаменевший прах первоначальной незрелой личности. Это то, что вызывает переживание. Ложное «я» – это не что иное, как выдумка нарциссического расстройства, отражение в зеркальном зале нарциссиста. Оно не способно чувствовать или переживать, тем не менее оно полностью управляет психодинамическими процессами, которые бушуют в психике нарциссиста. Эта внутренняя битва настолько ожесточена, что истинное «я» воспринимает ее как рассеянную, хотя и неминуемую в высшей степени зловещую угрозу. Возникает тревога, и нарцисс обнаруживает, что постоянно готов к следующему удару. Он совершает поступки, сам не зная почему и откуда. Он говорит вещи, действует и ведет себя так, которые, как он знает, подвергают его опасности, ставят в очередь на наказание. Think of behavior in which way. То есть он знает, что он подвергается опасности, но все равно это будет делать. Нарцисс причиняет боль окружающим его людям или нарушает закон, или нарушает общепринятую мораль. Он знает, что он не прав и чувствует себя не в своей тарелке в те редкие моменты, которые он действительно чувствует. Он хочет остановиться, но не знает как. Постепенно он отчуждается от самого себя, одержимый каким-то демоном, марионеткой на невидимых ментальных ниточках. Его возмущает это чувство, он хочет бунтовать, его отталкивает эта часть в нем, с которой он не знаком,
своих попытках изгнать этого дьявола из своей души он диссоциирует. Жуткое ощущение возникает и пронизывает психику нарциссиста. Во время кризиса, опасности, депрессии, неудачи или нарциссической травмы нарцисс чувствует, что он наблюдает за собой со стороны. Это не внетелесный опыт. Нарцисс на самом деле не выходит из своего тела. Просто он непроизвольно принимает позицию наблюдателя, вежливого наблюдателя, слегка заинтересованного в местонахождении одного из них, мистера-нарциссиста. Это сродни просмотру фильма. Иллюзия не полная, но и не точная. Да, они вот, кстати, это рассказывают. Эта отстраненность продолжается до тех пор, пока сохраняется эго-дистоническое поведение нарциссиста. До тех пор, пока продолжается кризис, до тех пор, пока нарцисс не может взглянуть в лицо тому, кто он есть, что он делает и последствиями своих действий. Поскольку это происходит большую часть времени, нарцисс привыкает видеть себя в роли главного героя, обычно героя кинофильма или романа. Это также хорошо сочетается с его грандиозностью и фантазиями. Понимаете, откуда? То есть он видит тебя как будто постоянно со стороны, да, как будто это не он жизнь проживает. Иногда он говорит о себе в третьем лице единственного числа. Иногда он, кстати, говорит «они» и про другого человека могут говорить «они». Иногда он называет свое другое нарциссическое «я» другим именем. Он описывает свою жизнь, ее события, взлеты и падения, боли, восторги и разочарования самыми отстраненными, профессиональными и холодно-аналитическим тоном, как будто описывает, хотя и с толикой участия, жизнь какого-то экзотического насекомого, отголоски метаморфозы Кафки. Следовательно, метаморфоза «Жизнь как фильм», обретение контроля путем написания сценария или изобретения повествования не является современным изобретением. Вероятно, пещерные люди-нарциссы делали то же самое, но это только внешняя поверхностная грань расстройства. Суть проблемы в том, что нарцисс действительно так себя чувствует. Он на самом деле воспринимает свою жизнь как принадлежащую кому-то другому, свое тело как мертвый груз или как инструмент на службе у какой-то сущности. Свои поступки как моральные, а не аморальные. Его нельзя судить за то, чего он не совершал сейчас, не так ли? В течение времени нарцисс накапливает гору неудач, неразрешенных конфликтов, хорошо скрываемой боли, резких расставаний и горьких разочарований. Он подвергается постоянному шквалу социальной критики и осуждения. Ему стыдно и страшно. Он знает, что что-то не так, но нет никакой корреляции между его познанием и эмоциями. Он предпочитает убегать и прятаться, как он делал, когда был ребенком. Только на этот раз он прячется с другим «я», фальшивым. Люди отражают ему эту созданную им маску до тех пор, пока даже он не поверит в само ее существование и не признает ее доминирование, пока он не забудет правду и не узнает ничего лучшего. Нарцисс лишь смутно осознает решающую битву, которая бушует внутри него. Он чувствует угрозу, ему очень грустно, и он склонен к самоубийству. Но, похоже, у всего этого нет внешней причины. Это делает ситуацию еще более таинственно угрожающей. Этот диссонанс, эти негативные эмоции, эти ноющие тревоги превращают нарциссическое решение кинофильма в постоянное. Это становится особенностью жизни нарциссиста. Всякий раз, сталкиваясь с эмоциональной угрозой или угрозой экзистенциальной, он
отступает в это убежище, в этот способ преодоления. Он снимает с себя ответственность, покорно принимая на себя пассивную роль. Тот, кто не несет ответственности, не может быть наказан. Такой подтекст этой капитуляции. Таким образом, нарцисс вынужден уничтожать себя как для того, чтобы избежать эмоциональной боли, так и для того, чтобы погреться в сиянии своего своих невероятно грандиозных пристрастий. Это он делает с фантастичным рвением и эффективностью. В перспективе он посвящает саму свою жизнь, подлежащее принятию решения, вынесению суждения, достижению соглашения ложному «я». Задним числом он переосмыслил свою прошлую жизнь в соответствии с текущими потребностями ложного «я». Неудивительно, что нет никакой связи между тем, что нарцисс действительно чувствовал в определенный период своей жизни или по отношению к определенному событию, и тем, как он видит или воспринимает это позже. Он может описывать определенные события или фазы в своей жизни как утомительные, болезненные, печальные или обременяющие, даже если в то время он переживал их совершенно по-другому. Также ретроактивная окраска имеет место и в отношении людей. Да, они не помнят, какие они испытывали эмоции в отношении в определенный период жизни, в отношении какого-то события. Нарцисс полностью искажает то, как он относился к определенным людям и что чувствовал по отношению к ним. Да, они не помнят, что они чувствовали по отношению к вам. Это переписывание его личности направлено на то, чтобы прямо или полностью удовлетворить требования его ложного «я». В целом, нарцисс не занимает свою собственную душу и не обитает в своем собственном теле. Он является слугой призрака, отражение функции эго. Чтобы угодить своему хозяину, нарцисс жертвует ему самой своей жизнью. С этого момента и далее нарцисс живет опосредованно благодаря добрым услугам ложного «я». На протяжении всего процесса нарцисс чувствует себя отстраненным, отчужденным от своего ложного «я». У него постоянно возникает ощущение, что он смотрит фильм с сюжетом, который он практически не контролирует. Он наблюдает с определенным интересом, даже разочарованно. Тем не менее, это просто пассивное наблюдение. Таким образом, нарцисс не только отказывается от контроля над своей будущей жизнью, фильм, он постепенно уступает позиции ложной «я» в битве за сохранение целостности и подлинности своего прошлого опыта. Подорванный этими двумя процессами, нарцисс постепенно исчезает и в полной мере замещает своим расстройством. Далее идет список литературы. Внизу я дам ссылку на вот этот оригинал, если вы хотите прочитать его на английском или в переводе подробнее.